Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомился с девушкой, но очень сильно дерзает сомнения. Познакомился с девушкой в клубе. Познакомились на следующий день, начали общаться, нашли общий язык. Она нравится внешне и внутренне. Постоянно общаемся, и сейчас и без общения не проходит. Ходим гулять, все замечательно. С ее слов постоянно помогает маме дома, хорошо учится. Но меня сильно беспокоит пару моментов. У нее было 5 парней в течение 2 лет. Живем в маленьком городе и знает почти всю молодежь, 15-20 лет. Не хочет ходить со мной через места, где скопление людей, которые ее знают. Курит, пьет, раньше часто проводила время и пила с парнями старше ее на 5-8 лет. Сейчас сама признает это ошибкой, и раньше считала это крутым. Но не пропускает ни одну дискотеку, это достойные поводы для сомнения, или я себя накручиваю, и стоит попробовать начать отношения. В первую очередь надо сказать, что вы уже с ней в отношениях. Это первое. Что, нужно сказать. А другое дело, что вы, отказываетесь это сейчас признавать, да, вот, и вы пытаетесь, значит, себя как-то обезопасить от этого, да, пытаетесь как-то вот, показать, что нет, я еще не в отношениях, нет, вы уже в отношениях. Дальше. То, что у вас есть определенные сомнения, да, это может быть продиктовано разными вещами, вот. В том числе, вот, в том числе вашими ценностями. Это может быть продиктовано. То есть, например, то, что поведение девушки, да, в той или иной степени не соответствует тем идеалам, тем ценностям, которые есть у вас. В таком случае, да, они, конечно, можно говорить о том, что девочка вам не подходит. Но я думаю, что если бы это было так, то вы бы с ней не общались, вы не говорили бы тогда, что вам она нравится и внешне, и внутренне. Кроме того, хочется напомнить, что вы познакомились с ней сами в клубе. То есть ее образ жизни. Может быть не в полной мере, да, но, условно говоря, как-то вам откликается. Поэтому ваши сомнения, они проистекают из чего? Вот почему такая большая проблема, что у нее было 5 парней за 2 года? В чем эта проблема? Попробуйте от этого отталкиваться, да? То есть, попробуйте отталкиваться именно от того, в чем для вас это сложность. Я думаю, что вам станет куда более понятно, вот, причины ваших сомнений. Я также думаю, что вы можете для себя сделать, это поделиться, поделиться с, дев
с девушкой своими сомнениями, вот. А, и сказать ей о том, чего вам хочется, вот. И чего вы опасаетесь, вот. Вы сможете восстановить равновесие свое внутреннее и сможете укрепить свой контакт с девушкой. Вот. Если, конечно, вы этого хотите. А вот, я думаю, как-то так. Если честно, ну, конечно. Первая мысль то, что вы не уверены в себе. Вот. И, ну, опасайтесь прошлого девушки, вот. Может быть, конкуренции, вот. И, соответственно, хотели бы, чтобы вы были у нее один, да, единственный. Вот. И, на мой взгляд, вот в какой-то степени вы опасаетесь каких-то репутационных проявлений, вот. Что тоже говорит о том, что вот, вы не очень уверены в себе. Вот как-то так, я думаю. Поэтому попробуйте выразить свои опасения. Вот. И я думаю, что сами как-то вот поймете для себя, значит, куда вы хотите идти. Идти, ну, к чему вы хотите идти, потому что, по большому счету, ваши сомнения, это ответственность ваша, девушка здесь и при чем. Ну, вот, хочется сказать, что, ну, у нее такой опыт, такое прошлое, у вас свой опыт, свое прошлое, что, в принципе, нормально и логично, и если вы продолжаете общаться с ней, если она вам нравится, то я повторюсь, это означает, что дело не в ваших ценностях, вот. А вот, ну, в своих собственных противоречиях, которые есть у вас, конечно. Вот. И, может быть, в установках каких-то ограничивающих и так далее. Вот. Может быть, сейчас несколько рано об этом говорить, хотя вы не пишете о времени, ну, то есть сколько вы девочку знаете, сколько вы общаетесь с ней. Но попробуйте заметить, а вот ваши чувства к ней, какую направленность имеют. На что они направлены? Потому что сейчас
по описанию вот вашего текста, да, по вашему тексту, можно сделать такое предположение, что вы хотите ей обладать и контролировать. Вот. Вы хотите знать каждый ее шаг, что она делает, если будет в отношениях с вами. И, конечно, я думаю, что мало кому понравится, подобный расклад. Возможно, потому и вам проще думать, что вы не в отношениях еще. Потому что вот для вас это сложно. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Всего самого доброго.